Спасибо, 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 спасибо. Надо. Ну что же, наше следующее произведение называется «Успокойтесь, я еще не начал». Оно называется, рабочее название, «Письмо другу». Свеженькое довольно произведение, я бы сказал. Сидит устало на стуле человек сутулый. Пишет другу письмо. Периодически смотрит в окно на красные розы и опавшие листья. Платком вытирает слезы и мокрые мысли, нахлынувшие вместе с воспоминаниями. Они бегут реками, табунами, армиями, мешают сосредоточиться, не дают вспомнить имени отчества, не говоря уже о более мелких деталях. Крик разгневанных чаек вспарывает тишину. Корабль, за которым они летели, пошел ко дну, оставив после себя пенное завихрение. Краткий миг удивления сменился бескрайним отчаянием. Разведчик забыл о важном задании в подвалах Рейхстага, чернила забыли, что такое бумага, марки забыли, что такое язык, горло забыло про сдавленный крик, затолканный в герметичную колбу, глаза забыли, как смотрят в оба, время забыло про расстояние, ночь забыла про утро раннее, часы забыли, когда били точно, конверты забыли, что такое почта, но во всей этой неразберихе человек вспомнил друга, надеюсь, не лихо. Благодарю за внимание.